Красная ковровая дорожка, ослепляющий свет софитов, яркие образы и атмосфера большого праздника. В Химках состоялся фэшн-фестиваль, в рамках которого гостям была продемонстрирована коллекция дизайнера Ольги Ереминой. Ну, я не первый раз, конечно, участвую в конкурсах, показах, но, как всегда, это как всегда какая-то новая ступень в моей жизни. Вот, мне очень нравится. Я всегда испытываю вот это вот глубокие такие эмоциональные потрясения, положительные. Свою коллекцию дизайнер назвала «Райские птицы». Образы получились уникальными, вдохновленные яркими летними красками. А аксессуары имели не только эстетическую ценность, но и несли в себе скрытый смысл. «Райские птицы» – это украшения, ручная вышивка из камней, из трав, также перья, тоже напоминает птицы. Сумочка дизайнерская, она тоже выполнена ручная работа. Из камушков, и, как вы видите, попугай, который сидит не в клетке, а снаружи, олицетворение свободы. В фестивале моды и красоты мог принять участие любой желающий. Участниц конкурса оценивали в двух возрастных категориях – девушки до 40 лет и старше. Как заявляют организаторы, проигравших здесь нет. Конкурс дает участницам в первую очередь дополнительное раскрепощение, уверенность в себе. Это не про продажу корон, у нас нету проигравших, у нас все победители, у нас все получают девушки номинации короны. Вот. Это непосредственно именно больше про единый дух, какой-то интерес дружбы и дополнительных контактов для себя. Любимых. В перерывах между показами на сцене выступали артисты и танцевальные коллективы. А пока взрослые окунались в мир высокой моды, для детей работала анимационная программа.